Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch. И сегодня для вас, дорогие друзья, просто вот ошеломляющая, просто вот новость. Вот такая вот новость. Открываем с вами Store, Galaxy Store, и видим Samsung монитор здоровья на русском языке. Дорогие друзья, на русском языке. И видите, вот Росздравнадзор. Представляете, это официальная версия для часиков. Нажал, и, как вы видите, вот открылось оно, и все там на русском языке, без проблем. Видите, все на русском языке, у меня уже все настроено, как бы все я проверил, работает, модифицированную версию удалил и установил эту. Какой только минус, ребятушки, в поиске Store я найти по названию не смог. Только перешел по ссылке, которая есть, выложил кто-то из ребят на телеграм-канале чат Galaxy Watch. Вот она, эта ссылочка. Будет она в описании видео. И еще одна проблемка для смарта. Я тоже так и не нашел в Store данную программочку. Пришлось все-таки использовать ту версию модифицированную, которая у меня стоит на смартфоне. Кстати, ссылочка на нее тоже будет в описании видео. Так что можете скачивать, как говорится, и пользоваться, устанавливать, и уже и официально, хотя бы с одной стороны, пользоваться данной программочкой. Ну а вам же напоминаю, что вы были на канале Galaxy Watch. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии. Естественно, только в том случае, если мое видео будет для вас полезно. До свидания, всего доброго и до новых встреч!